Военная драма 28-летнего Кантемира Балагова была заявлена в шорт-листе Американской киноакадемии. Сегодня стало известно, что в финальный список номинантов лента не попала. В Лос-Анджелесе состоялось объявление номинантов на соискание главной кинопремии мира. Картина молодого постановщика из Нальчика имела шансы побороться за приз в категории «Лучший фильм на иностранном языке». Вторая работа режиссера с момента премьеры успела собрать много почетных призов. Так, в мае прошлого года картина за режиссуру была награждена на Каннском кинофестивале в категории «Особый взгляд». Позже она получила гран-при международного кинофестиваля «Зеркало», а всего несколько дней назад была отмечена призом Международной федерации кинопрессы «Фепресси». Эти награды и признание критиков давали создателям ленты надежду, что своим вниманием ее не обделят и американские киноакадемики. Однако в финальный список работа Балагова не была включена. Без России за награду в категории «Лучший фильм на иностранном языке» поборются следующие ленты: «Паразиты», Южная Корея, «Страна меда», Северная Македония, «Боль и слава», Испания, «Корпус Кристи», Венесуэла, «Отверженная», Франция. 92-я церемония «Оскара» состоится 10 февраля. Традиционно мероприятие пройдет в голливудском кинотеатре «Коудак». Как и в прошлом году, из-за скандала церемония пройдет без ведущего. Полный список номинантов выглядит так. Лучший фильм «Джокер» однажды. В Голливуде 1917 «Ирландец», «Брачная история», «Форд против Феррари», «Кролик Джоджо», «Маленькие женщины», «Паразиты», «Лучший режиссер», «Пон Джун Хо», «Паразиты», «Сэм Мендес», 1917 «Мартин Скорсезе», «Ирландец», «Квентин Тарантино», «Однажды». В Голливуде Тодд Филлипс, «Джокер», «Лучшая женская роль», Рене Зеллвегер, Джуди Скарлетт Йоханссон, «Брачная история», Сирша Ронан, «Маленькие женщины», Шарлиз Терон, «Скандал», Синтия Эрива, Гарриет, «Лучшая мужская роль», Хоакин Феникс, Джокер, Адам Драйвер, «Брачная история», Леонардо Ди Каприо, «Однажды». В Голливуде Антонио Бандерас, «Боль и слава», Джонатан Прайс, «Два папы», «Лучшая женская роль второго плана», Лора Дерн, «Брачная история», Марго Робби, «Скандал», Кэти Бейтс, «Дело Ричарда», Джоэла Скарлетт Йоханссон, «Брачная история», Флоренс Пью, «Маленькие женщины», «Лучшая мужская роль второго плана», Брэд Питт, «Однажды». В Голливуде Аль Пачино, «Ирландец», Джо Пеши, «Ирландец», Том Хэнкс, «Прекрасный день», «По соседству», Энтони Хопкинс, «Два папы», «Лучший оригинальный сценарий», «Однажды». В Голливуде «Паразиты», «Брачная история», 1917, «Достать ножи», «Лучший фильм на иностранном языке», «Паразиты», «Южная Корея», режиссер Пон Чжун Хо, «Боль и слава», Испания, режиссер Педро Альмодовар, «Отверженная», Франция, режиссер Ладжли, «Страна меда», Северная Македония, режиссеры Тамара Котевская и Любомир Стефанов, «Тело Христово», Польша, режиссер Ян Камаса, «Лучший анимационный фильм», «Клаус. История игрушек 4», «Как приручить дракона 3», «Я потерял свое тело», «Потерянное звено», «Лучший оригинальный саундтрек», «Джокер», «Маленькие женщины», «Брачная история», 1917, «Звездные войны», «Скайуокер». «Восход», «Лучшая песня», Рэнди Ньюман, «I can't let you throw yourself away», Элтон Джон, «I'm gonna love me again», Дайан Уоррен, «I am standing with you», Идина Мензел и Аврора, «Into the unknown», Джошуа Брайан Кэмпбелл и Синтия Эрива, «Стендап», «Лучший дизайн костюмов», «Однажды». В Голливуде «Ирландец», «Маленькие женщины», «Джокер», «Кролик Джоджо», «Лучшие визуальные эффекты», «Мстители», «Финал», «Ирландец», 1917, «Король лев», «Звездные войны», «Скайуокер». «Восход», «Лучший грим и прически», «Джокер», «Джуди», «Скандал», 1917, «Малефисента», «Владычица тьмы», «Лучший монтаж звука», 1917, «Однажды», в Голливуде «Звездные войны», «Скайуокер». «Восход», «Форд против Феррари», «Джокер», «Лучшее сведение звука», «Джокер», 1917, «Однажды», в Голливуде «Звездные войны», «Скайуокер». «Восход к звездам», редакция «Космос» оставила список рекордсменов среди обладателей премии «Оскар». В нем оказались актрисы и актеры с наибольшим количеством заветных статуэток. Часто наряды голливудских кинодив занимают почетное место в истории моды. Мы представили 25 лучших нарядов главной кинопремии мира.